Губернатор Приморского края и вице-губернатор провинции Цзилинь обсудили направление двустороннего партнерства. Как подчеркнул Олег Кожемяка, основные показатели торгово-экономического сотрудничества растут. Так, за 11 месяцев текущего года грузопоток увеличился почти в два раза, достигает 350 тысяч тонн. Порядка 220 тысяч человек прошли границу, и это большой туристический поток. Вот, то есть в целом мы видим возможности после расширения пропускной способности Краскина в 2025 году увеличить поток автомашин до 275 тысяч, практически в 9,5 раз. Планируется укрепление сотрудничества в областях экономики и торговли, инвестиций, транспорта и туризма, а также в оптимизации работы пунктов пропуска. Важным интеграционным проектом является международный транспортный коридор «Приморье-2». Это новые рабочие места, порядка 650 новых рабочих мест, общий объем инвестиций порядка 40 миллиардов рублей. Вот, то есть, ну и также есть еще один значимый проект в области логистики, это строительство таможенно-логистического терминала перед автомобильным пунктом Краскина. Вот, сейчас идет проектирование, со следующего года начнется строительство. Сотрудничество ожидается и в проектах по строительству социальных объектов – школ, детских садов, объектов здравоохранения и других. Кроме того, партнерам было предложено запустить регулярный авиарейс между Владивостоком и городом Янцзы. Безусловно, значительный объем работ нам предстоит в гуманитарной сфере. Это прежде всего в развитии спорта, детского, юношеского спорта. И у нас с 18 по 23 февраля будут проходить зимние игры «Дети Приморья», где тоже ребята из вашей провинции будут принимать участие. Значит, безусловно, мы надеемся на то, что будут хорошие результаты. С большим успехом прошли гастроли Зелинского симфонического оркестра в нашем Мариинском театре в преддверии Года культуры России в Китае, Китая в России, которые пройдут в 2024-2025 годах. Мы настроены предоставить возможность проведения таких спектаклей нашего Мариинского театра. Напомним, ранее первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина побывала с рабочим визитом в Пекине, где выступила с докладом на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и согласия. Здесь же был объявлен рейтинг продуктивности взаимодействия регионов Российской Федерации с Китайской Народной Республикой по итогам работы территории в 2022-2023 годах, где Приморский край был признан лидером. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.